Знаете, говорят, собаки со временем начинают походить на своих хозяев. Моя жена. Если хочешь потягаться со мной, советую спать с открытыми глазами. В чем ваша функция? Простите? Я полиция. Зачем вы нам нужны? Кроме как для сдерживания определенных элементов. И для охраны тех, у кого есть деньги, статус, интеллект, а тех, у кого их нет. Вы как часовые, по ту сторону ворот, удерживаете отребье снаружи. Однако здесь... По эту сторону. У вас нет никакой функции. И напрашивается вопрос. Зачем вам эта тигрица? Чего ты хочешь? Оладушек. Миссис Лайон. Тихо. Сейчас говорит взрослый. Sitting on the table, and he's staring straight at me. I can tell by his expression that he doesn't want to leave. There's a bird in my house, and I don't know what to do. Somebody left the window open, and in the bird flew. Хочешь знать, в чем была твоя ошибка? Подумать, что ты смеешься. Это худшее, что тебе грозит. The black cat crossed my path earlier today. I pretended not to notice. I continued on my way. I knew that something bad would happen, but what I couldn't say, I couldn't shake that feeling for the rest of the day. There's a bird in my house, and I don't know what to do. Somebody left the window open, and in the bird flew. А теперь я живу здесь. Когда он был маленьким, мой сын хотел стать балериной. Уже нет. Но, честное слово, какой смысл быть миллиардером, если нельзя никого убить? Видишь, твой недосамец думает, что оружие делает его вожаком. Однако, это как помада на свинье. Нахрен. Тише, кролик. А теперь станцуй ко мне. Что? Вы
хотели не того. У меня высокопоставленные друзья. И когда они с вами разберутся, вы пожалеете, что вас на мыло не пустили. Господи! Откроем по ним огонь. Найн, ирки, найн, американе. Нет, это вранье, стреляйте. Один звонок от меня, и к вам в очко залезет столько агентов КГБ, что до конца жизни будете портфелями дрестать. Тебе надо поесть что-нибудь, приготовленное с любовью. И получить прощение. А тебе взамен достанется вся мощь федеральных властей. Они будут гадать по черкашам на твоих трусах, как по чаинкам. Хочу, чтобы ты жил еще очень и очень долго. И пока ты жив, хочу, чтобы ты сносил все, что сносили твои жены. Каждый удар, каждое унижение, страх.